С балкона хорошо видны огни старого города. Они все меня манили и манили. Наконец я уговорила своего Бориса Николаевича, и сегодня мы вечером сходим туда. А то уже скоро нам уезжать, а у нас все нету времени. То хочется отдохнуть, то посмотреть. Ну а сейчас мы сходим. Ну вот мы пришли на площадь, мы живем рядышком. Наш отель находится вот с этой очень красивой мечетью. Сегодня рассказывали, ее построили совсем недавно, 2 года назад. Но она выглядит вот так вот величественно. Вообще вот это торговые ряды здесь бесконечно. Давай, друг, заходи. Давай, друг, покупай. Но мы зашли. Ну, просто быть рядом, жить и не зайти. Сюда не показать. Конечно, это надо, необходимо и нам. Минарет снял уже отсюда? Минарет, ну... 120 метров. Высоко как. О, вот так. Так вот, быть здесь и не зайти, конечно, тем более рядышком. Надо обязательно пройти. Николаевич мой согласился, сказал, в магазины я не пойду, буду стоять сбоку. Но я тоже как-то особо не хочу. Это не турецкие магазины. Здесь все эти сумки, шмумки, крокодилья кожа, кожа змеи. И кто во что гораст, кто во что рассказывает, трясет, сразу говорит $40, потом 20, потому что это только для меня. Ну, в общем, как обычный. Неотразимый. Да, неотразимая. И, в общем, я становлюсь как обычный. Базар. Ну, что ж, пошли с нами. Мечеть. Вот так она освещена, ступеньки. Очень красиво. Ну а там уже бесконечные торговые ряды, где продают все, все, что необходимо нам для жизни, как они сказали, вылечат, растянутся морщины, в общем, избавимся от животов, помолодеем. Только покупай, помолодеем, только плати деньги. Золото, бриллианты зашли. Хотим купить сумку вот такого вот плана, нам понравилось. И сейчас будем торговаться. Как вас звать? А, у нас есть это египетский рисунок, сумочка, начинает работать красиво тоже. А, есть тоже гульсы. Борь, это она большая. Подожди. Нормально, она самая большая. Смотри, 4 кармана. Ой, ну подожди, да, я покажу всякие вот причиндалы тут. Такая сувенирная лавочка. Вот это сказал 40, а вот это что-то уже 20. Я сама не разбираюсь, что они тут говорят. Уйти просто невозможно. Как прицепятся, так хоть ты плачь. Я тебе сказала уже за 30, за 25. Это вообще непонятно, о чем. Мимо проходишь, чтобы только скорее отвязаться, потому что ну невозможно. Купи. И просто даже, я как сказать, зайдут, они просто тебя не выпускают из этих лавок многочисленных. Ну вот местный колорит, верблюд лежит. Ну и магазины эти бесконечные.
купи-купи. Вы знаете, просто ужасно, нищета, и просто за руки хватают, пытаются выкачать все, что можно из этого бедного туриста. Мы ходили по этим улицам, и смотрите, наш светофор белорусский. Чего-то только нету. Очень красивая эта лавочка с этими фонариками. Ну, остановишься, опять говорят, купи. Ну, даже просто постоять, полюбоваться невозможно. Дорогой, заходи, покупай. Ну, что тут будешь делать? В общем, наш вечер скоро подойдет к концу. И наше терпение, потому что это просто невозможно. Начинают торговаться за серебряную цепочку, что в голову. Начинают со 100, потом заканчивают 20. И такое сомнение. Там, наверное, столько же серебра, как и этот самый. Это вообще просто невозможно. Лавочки все похожи одни, одна на другую. То лампочки эти продают, то фонарики вот эти. Ну, в общем, короче, одно сменяет другое. Одна лавка похожа на другую. И все продавцы говорят одно и то же. Это что вы сделали? Это... Да, начинаю работу. Мой дом, работа со мной, Александрия. Да. Спасибо большое. Спасибо. Это как?